Дорогие друзья, здравствуйте! Я вас приветствую на нашем канале Юрия и Ларисы Ивановы. Сегодня субботнее утро. Такое, надо сказать, наверное, одно из самых прекрасных последних, потому как скоро начнутся дожди. И сегодня у нас 13 октября, мне нужно посадить чеснок. Я не говорю, что я супер огородница. Я просто рассказываю, как я это делаю. Я вот приготовила две грядки. У меня в прошлом году уже здесь рос чеснок. А в этом году я тоже хочу здесь посадить, потому что 2 года на одном месте, ну, можно сажать чеснок. Вообще говорят, хорошо после помидор сажать. Ну, у меня в этом году нет такой возможности. Короче, сажаю чеснок здесь. Вот такой вот у меня посадочный материал. Я растребушила чесночок. Ну вот я его здесь и выкопала. Я не говорю, что я его накопала тонну. Ну, я его не покупала ни летом, ни осенью. Все им пользуюсь для заготовок и покушать. В общем, нам хватило. Вот я ведро нашелушила, вот это ведерочко. В прошлом году нашелушила 5-литровое ведро, а потом нам пришлось его съедать, потому что оказалось слишком много. И я решила по таким порциям шелушить. Нашелушу, сейчас посмотрю, не войдет, значит, еще раз пошелушу. У меня какой-то год был, я уезжала к дочке и не могла посадить чеснок. Дожди как зарядили. Идут и идут каждый день. Не буду же я его в воду сажать. Я что сделала? Взяла его в мешок целлофановый. Высыпала, он у меня уже весь подготовленный тоже такой был. Высыпала в мешок, вырыла яму в грядке. Ну, поставила колышек, забила. Тряпок навязала каких-то. Короче, закопала я этот мешок. И ранней-ранней весной, ну, как все стаяло, я его выкопала. И знаете, вот из всего того, что, ну, которое я закапывала, этого чеснока, ну, я не знаю, может быть, от силы 5 штучек всего, вот 5 зубочков, как бы сказать, пропали. Ну, не то, что пропали, мне не понравилось, я их не сажала. Остальное все в целости и сохранности. Я не говорю, чтобы вы повторяли мой опыт, это я просто поделилась тем, как делала я. Я сейчас себе сделала вот такую приспособу. Юру попросила саморез закрутить вот здесь. Она у меня 17 сантиметров. Так как сейчас уже октябрь месяц, поэтому сажать надо, ну, я так думаю, поглубже. И я вот так буду утапливать и туда закидывать чесночинку. Вот так. Луночку, короче, этим я буду делать. Этой палочкой. Не знаю, как у меня получится, но я буду очень стараться. Вот так. Отлично. У меня земля тут мягкая. Я ее тут взбодрила, вспушила. Ну, правда, сухая. Не знаю, вот еще закрывать надо будет. Ну что же, наболтала. Может, всяких глупостей. Может, кому-то пригодится. И сейчас буду начинать сажать. А сажать буду, значит, в рядочке через 10 сантиметров. Ну, у меня родители так сажали. А отступать друг от дружки, делать бороздки через 20 сантиметров. Здесь 10, здесь 20. Вот так я придумала. И так я буду сажать. Ну, с Богом. Хочу показать, здесь уже рядок посадила, как у меня это получается. Смотрите, толкиваю палочку эту, туда земля осыпается. И я, видите, как получается, что я разгребаю, вот не знаю, и я его туда толкаю поглубже. Не очень мне понравилось это. Идея моя. Что-то камушек попался. Если бы потолще или грядка,
не такая сухая, наверное, бы была. Было бы намного лучше. Если я вот так вот палочкой буду немножечко поддавливать, не попорчу ли я этот чеснок? Я вот думаю. Поделитесь, как вы сажаете, друзья, чеснок. Может пригодиться кому-то, да и мне в том числе. А потом вот так вот отступила 20 сантиметров, прочертила полосочку и снова пошла. Вот так и буду сажать всю грядку. Пока я сажу чеснок, Юра тут делает окна. Привет, Юра. Привет. Вот. До сих пор ковыряется по субботам только. Притащил сюда компрессор и выдувает отсюда грязь, чтобы ничего нигде не было. Чтобы тщательно запенить. А я вчера их выдраила. Думала, ну все, будем закрывать же пленкой сверху. Ну, сделает. А он, видишь, что грязи теперь снова надо мыть будет. Вот такие у нас работы субботние. Сейчас Юру попросила, чтобы он снял, как я тут приспособилась все-таки с этой палочкой впихивать этот чеснок. Смотрите, шарошу палочкой, и когда ее вытаскиваю, опускаю туда, и он у меня прям уходит туда в глубину, этот чесночок. Вот так раз и пошел. Все-таки приспособилась. Так что я вам уже говорила, пишите, как вы сажаете чесночок. Я с удовольствием послушаю. Почитаю, как баба говорила, век живи, век учись, и дураком помрешь. Так и я. Все? Угу. Посеяла грядку чеснока. И хочу сказать, где вот немного влажная земля, и там эти луночки вот этой палочкой отлично прям делаются и держатся. И что мне сейчас нужно? Представляете, нужно закрыть грядку сеткой, однако. Посмотрите, что я тут наготовила грядку. Она сухая да мягкая. И что мне тут коты соседские понарыли везде. Я еще тут поубирала. Вот, придется закрывать. Хорошо, что эту клетку не разломала. Вот говорят же, не зря поговорку в хозяйстве, дохлая мышь сгодится. Вот точно хотела поломать, теперь пригодится прикрыть. Чеснок посеяла, грядки закрыла от котов сетками. Вот столько у меня осталось этого материала посадочного. Не знаю, может еще примощу где-нибудь, пусть растет. Придумаю. Сейчас меня ждут новые свершения. У меня там холодильник растаивает, и мне нужно сварить суп со щавля. Вон сколько щавля опять наросло. Ну что? На этом заканчиваю репортаж из огорода. Я помыла морозильную камеру. Не камеру, а от холодильника. Морозилка, короче, тут 4 ящичка у меня. Ой, прям такая красивенькая она стала, чистенькая. Перебрала все мясо. Вот столько вот, целый таз набрала того, что мне нужно перекрутить. Тут курица, свинина, говядина. Короче, нужно наделать фарша. Очень много. Сварила такой супчик диетический. Щавель на курином бульоне. Щавель с яйцом. И сделала сухари и салатик. Юра уже пообедал. Мне некогда было. Вот он побежал работать. Вот такой вот день у меня. Продолжается, как говорится. Сейчас это все у меня... Я сейчас еще собаке варю. Свеклу сварила, вычистила. Свеклу сварила для салата на ужин. Думаю, если мы успеем, я бы хотела пельмени слепить еще. И сейчас собаке сварю, покушаю. Это мясо отойдет, надо его будет резать, чтобы он пришел, мне все перекрутил. День продолжается. Натерла я, девчата, свеклы. Смотрите, целый контейнер огромный. Не потому, что мне так хотелось наварить сразу
гору. А я посадила свеклу и накопала мелочи. А так как мелочь дрябнет же, как, короче, она мне не нравится, что она не такая твердая стоит. Я ее взяла, отварила. Там еще полно у меня, наверное, с ведро. И очистки собаки кинула. Эту сварила, нам потерла, вернее. А салатик буду делать, добавлю чеснока до майонеза. Вот тебе и салатик, или там селедку под шубой. В общем, делай, что хочешь. Хоть так поесть. Сладкая, я, наверное, ложки две съела, мне очень понравилось. Ну все, еще одно, как бы сказать, дело закончено успешно. На пятерку. Я сама себе оценки ставлю. Нарезала я мясо. Сейчас приготовлю все и будем перекручивать. О, еще одна работа сделана. Кажется, когда начинаешь какую-то работу, ой, когда ж я это сделаю? Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Делать надо. Сейчас будем крутить. 5,5 килограмм фарша накрутили. Конечно же, мне помог Юра своей чудо-дрелью. Обалдеть можно. Я бы на мясорубке, конечно, за считанные минуты так не сделала. Здесь я уже луковицу добавила, чесночка, для того, чтобы пельмешки лепить. А это приберу. Буду делать разные блюда, в том числе и мясной торт. Так, ну что, я сейчас убираю фарш, тесто мещу и бегу к маме. Мне надо ее попроведывать. Она очень болеет. Вот так вот накрутила, когда и переложила в мешочки. Вот этот использую, пельмени налеплю. Может, еще что-то сделаю. Много слишком нам. Тут больше килограмма, полтора с лишним. Больше полтора, наверное, даже. Сейчас приберу в морозилку и уйду делать тесто. Прибрала я фарш в морозилку. Пусть застывает. И ждет своего часа. Сходила к маме, 3 часа у нее пробыла, пока скорая приехала, пока туда-сюда помогла кое-что. Прибежала домой, вот стряпаю пельмени. Сейчас состряпаю пельмени, сделаю салат. Вы посмотрите, какие у меня пельмени. Офигеть, полуманты. Большому куску рот рад. Ладно, ничего, пойдет. Некогда мне с ними возюкаться. Вот такая трудяшка. Вот так мой день проходит, субботний. Ну все, девочки. Вот так вот я заканчиваю свой рабочий день. Как рабочий день, выходной. Сегодня у меня выходной. Хочу стираю, хочу глажу. А разозлюсь, еще и окна помою. Так и я. На этой позитивной ноте поедания пельменей я закончу сегодняшний день. Не знаю, что у меня еще в голову взбредет. Еще не вечер, как говорится. Время всего 8 час. Так что все впереди еще. Я даже сдабривать не стала пельмени. Честно скажу, из-под башки вкуснящие. А салат вообще неимоверно вкусный. Все распалила. Варятся у меня еще пельмени. Будем кушать, ужинать. Всем всего доброго. Ой, здоровье главное. Всем-всем-всем здоровья. И до новых видео. Всем пока-пока.